Для Роксов воздушный есть уже дракон, и М19 пытается ответить Герольдом. Мы предсказали то, что было бы, как минимум, у команды Юникорнсов лав. Роксы, а здесь трибуны. Играет соло по ННС и убивает ННС. Как Сатос промахнулся этим укусом зимы, господа. И мы видим All Random, All Meet Mode. Прямо сейчас брать Лексуса еще и босс своим богом. Дримпул, он, понимаешь, он верит в то, что босс готов принимать таким образом свой трейд. Он, кстати, сильно сейчас продавливает босс. Очень неплохо разыгрывает Дримпул этот момент. Босс на лоу хп. Еле-еле живет Дримпул. У него еще долгие откаты на Е и его Q, и поэтому он рассчитывает на то, что все-таки Ананасик сможет сам добить босса, и Дримпул сейчас еще и выйдет, а может убить от Ананаса. Ананас бьет чистый урон, нажимается, Дримпул живет, все еще и подходит, платье за скачка, забирает Ананаса, потрясающий сыр на Дримпуле. Кира играет по Сантосу, изнурение здесь есть, но босс подходит, проблема у Кинзо Кира, Кинзо не выживет от рук босса, его заберут, и еще и Кира погибнет. Unicorns of Love уже со счетом 14-1. Ну, его есть ульта, он может, если что. Да и фазовый рывок есть. Никто да. его сверху не закрывает. Его пытаются зачесть до конца. Играет по Дримпуле. Замедление пошло. Он разворачивается на ульте. Майти Драгон чуть не погиб. Вынужден ульту нажимать. Сейчас Дримпуле еще может чарджер разыграть. Подстанивает мордобоем. Выкидывает азарт. Казанный прием. И Дримпуле в жоне находится. Выигрывает время. Сейчас будет усиленный трансфьюжн. Чарджер еле-еле живет. Ульта пошла от сцены, чтобы подсейвить своих ребят. Дримпуля раскастовывается. Майти Драгон нажимает в жоне. Дримпуле идеально выверяет моменты. Майти Драгон почти погибает. Намного круче, потому что... Ой-ой-ой, босс сейчас может это... Эдварду, а Эдвард не успевает даже ультимейт свой прокинуть. Ват? И да. А как так-то? Почему? Подожди, а что случилось? С флеша пытается сыграть Дримпул, у него есть еще ульта, можно сыграть по Лексу. Лекс сильно проседает, его забирает, в итоге Шагонарь долго танчил. Дримпули в итоге выйдет потрясающий. Ой-ой, босс без скачка. Босс без скачка. Эдди здесь. Заходит, ультит, ловит стан, оглушение. Пока пассивка не работает, Синкак спрыгает со своего ультимейта. Острия на гарда попадает точно в цель. Босс использует песочные часы. Жони и Докси принимают на себя одного из работяг. С ульты играет по боссу. Но Пул ровит крутые станы. Не может сам заставить никого играть. Теперь по гаджету. Гаджета съедает Сантос. Он не может нажать флеш, поэтому США играет по нему Diamond Procs. Ловит огромный урон от гаджета. И поэтому гаджет добивает его. Йола разваливает драку. 3 в 1 размен. Босс докатился. В итоге погиб, но за это забрал с собой 3/5 команды Gambit Esports. Ой-ой-ой, выкидывает Лисин. Здесь Сета. Сет ультит назад. Наносит неплохой урон. Фор пытается выйти. У него урон немного хп. У него обилок досталось не так уж и великое количество. Кушку кинул, подождал, пока Дримпуле большое количество дэмэджа нанесет ННС. И только после этого полетел. Забирает в сторону. Потихоньку Эдвард встрял. Ульты нету. Драка 4-4, но у Номадза очень мало хп. Играет по бренду, забирают его. Ульта от босса оглушает оппонента в кайте. Докси доигрывает по нему с двух лошей. Это трипл килл для босса. Мега инферно бомба больно наносит урон по игрокам. М19 падает. Лисин там тем временем шипажор очень неплохо раскастовывается по юолам. Забирает Юсу. Сейчас могут М19 выиграть драку, но босс здесь кастует больно. Очень по игрокам М19, но керри жив один. Шлепажор. Разворот будет от босса. Подброс есть. Шлепажор все еще живет. Очень долго даблкил делает он, но его забирают тоже. И Щелкунчик с Мираклом должны выходить пытаться здесь. Для вряд ли Сион в такой ситуации сможет выжить. Миракл начал обходить сверху. Ой-ой-ой, Дримпуля здесь. Лекс. Кикстек ультиматом пошел. Дримпуля подброс есть. Дримпуля может забрать подкидывание. Не добил Лекса Дримпулю. Сам при этом вышел очень хорошо с качком. Но крюком не попал. Подходит Флатин, начинает разыгрывать в 2 на 2. Рядом находится босс, который приоритет взял на линии. Ганпланк еще сзади разрезает босса пополам. Со своего прыжка и прокрута